Отдельно стоящее здание на улице Смирновской, 6/14, строение 8. Три этажа и мансарда. Центральный вход. Зашли здесь. Значит, первый этаж занимает медицинский центр. Первый, второй. Здесь. Далее у нас получается ступени. Второй этаж тоже занимает медицинский центр. Направление скорой помощи. Да, ступени довольно-таки крутые. Вот. Далее вот третий этаж. Кабинетной планировки. Здесь 5 кабинетов. Туалет для персонала. Комната балкона. Дальше пошли. Туалет для клиентов. Второй туалет. Тоже душевая. Две душевых. Два туалета здесь. Далее. Входим. Еще одна комната. Четвертая. Здесь комната распланирована на две. Тоже в каждой есть окно. Балкончики используются персоналом. Так. И это вот помещение. Такое длинненькое. Там две коечки. Вот. Выходим. Здесь у нас получается выход опять. Вход по ступенечкам на мансардный этаж. Здесь свободные планировки. Вот такой вот история. Здесь что-то под общепит было. Использовал здесь прачечная, и здесь комната отдыха.